Сейчас я вам покажу секретную парковку, которую пацаны еще не доделали, и там лежит секретный ящик. Тут мы можем делать все, что угодно, вообще все, что угодно. Вы просто гляньте на это, я сейчас просто вне карты, то есть... А сейчас я вам покажу баг на скорость, с помощью которого как бы, вы сможете разогнаться там до триллиарда километров в час. Друзья, ну что ж, всем привет, с вами снова режим Улыст, Рейд, Ласкар Парк, Мультиплеер, и сегодня, ребят, в данном ролике я вам покажу баги. Фишки, секреты, секретные ящики, секретные места. Так что, друзья, ролик будет максимально интересным. Я желаю вам всем приятного просмотра, а также желаю всем тем, кто кушает, приятного аппетита. Мы начинаем. Полетели, друзья. В последнее время стал проводить очень много времени с телефоном, но чтобы проводить его гораздо веселее, я стал искать себе новую интересную игру. Я наткнулся на онлайн-РП, в котором можно играть по сети и действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечений в ней реально хватает. Так что, ребята, попробуйте тоже словить это веселье, используя мой промокод Лестер, который даст вам 120 тысяч игровой валюты и целый люксовый автомобиль. Он же тот самый Кадиллак. Кстати, если вы хотите поиграть вместе со мной, то вам для этого нужно выполнить пару простых действий. Первое, это перейти по ссылочке в описании и скачать игру. И второе, установить игру на свой телефон. А третье, в настройках, пацаны, вам надо будет выбрать игровой ник в формате имя, нижнее подчеркивание, фамилия. А уже после можно выбрать сервер, на котором вы будете играть. И не забывайте про мой промокод Лестер, который даст вам деньги и машину. Ребята, ну что ж, в данном ролике я вам покажу очень много чего интересного. Как бы вы, я думаю, что вы про эти баги, фишки, секрет, лайфхаки и так далее не знали. То есть, как бы, думаю, что больше половины людей про это не знали. Так что ролик будет максимально интересным. Как бы досмотрите его обязательно до конца, потому что, как бы, под конец будет реально очень интересно. Вообще, весь ролик будет максимально интересным. Так что, друзья, давайте наберем под данным роликом 2000 лайков. Как бы, оформим подписку. А мы начинаем, друзья, полететь, как бы мы перейдем. И я вам покажу первый баг, ну или фишку, ну или секрет. Как бы я сам еще не знаю, с чего я начну. Ну ладно, полетели. Так, друзья, давайте я вам покажу. Ну, это не баг, это скорее, ну, это фишка. Это как бы добавили сами разработчики. Вот. И, кстати, это очень прикольная, интересная фишка. Так, нам сейчас нужна машина, у которого в салоне есть монитор. И я знаю, у какой машины есть монитор. Так, давайте вот, например, у М5 же вроде есть монитор, да, если я не ошибаюсь. Как бы у нее должен быть монитор. Заходим, короче, мы на карту. И что мы делаем? Как бы сейчас я вам покажу, как включить камеру заднего вида. Я думаю, что многие про это не знали. Да? А вот я знал. Что мы делаем, пацаны? Нажимаем, заходим в настройки, заходим в графику и нажимаем зеркала выкл. То есть включаем зеркала. Так, как бы это очень прикольная фишка, как бы у нас добавок как бы добавились отражения на зеркалах. То есть как бы мы видим, как бы что происходит сзади. Это очень интересно. Включаем R. Ну вот видите, на М5 это не работает. Ладно, давайте возьмем другую машину. Я ошибся, на М5 как бы это еще не работает, к сожалению. Так, пацаны, я уверен, что вот на этой машине это как бы все дело работает. Включаем мы вид от первого лица и смотрим вот на данный вот монитор. Включаем заднюю передачу. И, пацаны, воля, у нас камера заднего вида. Давайте как бы попробуем припарковаться где-нибудь. Например, давайте аккуратненько заедем. Вот так заезжаем. И давайте остановимся прямо у шлагбаума сзади. Так, давайте останавливаемся. Вот так. Так, давай чуть-чуть. Оп-оп, все. Теперь включаем вид от третьего лица, и воля, мы стоим прямо у шлагбаума. Это максимально удобная и прикольная фишка. Так что, друзья, let's go дальше, полетели. Так, ребят, сейчас я вам покажу фишку с обновой. Ну, я думаю, что многие про это знают, но я уверен, что есть как бы процент, кстати, игроков, которые про это не знают. Смотрите, в обнове добавили навигацию. То есть, например, открываем мы карту, ставим, пацаны, мы вот эту вот полоску, то есть, ну, метку. Например, давайте поставим вот сюда, да. Нажимаем мы вот на это. И теперь, пацаны, нажимаем. А, стой, ладно, давайте поставим на дорогу. Вот, как бы вот мы поставили. И теперь у нас, пацаны, маршрут, по которому, как бы, мы сможем доехать вот на эту вот точку. Это, блин, максимально удобно. Так что, let's go дальше. Так, друзья, а сейчас я вам покажу секретную парковку, которую, пацаны, еще не доделали. И там лежит секретный ящик. Я думаю, что про это знают очень... как бы мало людей, мало игроков. Короче, заезжаем, пацаны, мы вот сюда, вот таким культурным способом. Ой, это что, сделали? Подождите, не может быть. Это исправили. Не-не-не, подожди. Это же... Подожди. Я же тут, блин... Сейчас, подождите. Так, друзья, я как бы взял машины повыше, потому что тот Макларен как бы туда не мог заехать, к сожалению. Надеюсь, как бы это реально не исправили. И сейчас мы можем вот так вот... Ну да, мы можем. Окей, идеально. Лестер водила командирах, не забывая ни в коем случае, пацаны. Все. Берем просто, пацаны, машину повыше и просто вот так проезжаем. Все.
Ну, только я мог, пацан, тут застрять. Только я. Оказывается, пацан, это просто максимально легко. Хопа. Дал-дал. Живо, пацанок, заехал. Все. Изи, пацаны, изи. Как бы Лестер же водила, не забываем про это. Вот так развернулся и поехал дальше. Все, пацаны. Теперь мы просто едем прямо. Вот так вот, аккуратно. Прямо просто едем и, пацаны, мы оказываемся на самой открытой территории в карпаркинге. Тут мы можем делать все, что угодно. Вообще, все, что угодно. Вы просто гляньте на это. Я сейчас просто вне карты. То есть, это что-то, ну, просто гляньте на это, пацаны. Самое открытое пространство в карпаркинге. То есть, мы тут можем делать абсолютно все, что угодно. Наваливать боком, не знаю. Переворачивать машины. Просто веселиться максимально. Особенно, пацаны, в этом месте можно играть с друзьями, там, в какие-то игры в разные, там, погоня, догонялки и так далее. Но, пацаны, это самое главное, гляньте. Заезжаем мы вот на эту вот парковку, и сверху нас ждет секретный, пацаны, кейс с бабками. Давайте, пацаны, поднимемся по-быстрому. Ну вот я поднялся, и вот тот самый секретный ящик, пацаны. Вот он тут лежит, просто берем его. Как бы... легко. Полетели, пацаны, дальше. Не отъезжая от того же места, сейчас я покажу ящик, который еще секретнее того. Как бы вот мы становимся, ребята, вот так вот. И выходим из машины. И тут у нас вот такой вот... Подожди. И вот, пацаны, тот самый секретный, так сказать, ящик, который лежит, пацаны, вот тут. Просто подходим, берем, все. Как бы он просто, ребят, находится под текстурками. Спасибо разработчикам за это. Полетели, пацаны, дальше. Так, друзья, а сейчас я вам покажу баг на скорость, с помощью которого, как бы, вы сможете разогнаться там до триллиарда километров в час. Полетели, я вам покажу это, но, пацаны, поставьте лайк перед этим. Короче, берем мы старенький гольф. Давайте, я его пока что найду. Берем мы вот этот старенький гольф. Что мы делаем? Заходим в CarCentric, ставим, как бы, задний привод. И едем мы, пацаны, на подъемник. Ну, в СТО, в старое. Как бы аккуратно едем на гольфе, как бы. Вот как этот гольф, как бы, может разогнаться там до 300 км в час, да? Заезжаем мы вот сюда, вот, ребята. Заезжаем вот сюда, аккуратно за... Опа, нифига, ручника дал. Все, пацаны, теперь что мы делаем? Вот мы как бы поднялись. То остановись ты уже. Вот, все. Нажимаем мы, нет. Переключаем мы скорость, пацаны, на седьмую. Четвертая, пятая, шестая, седьмая. Нажимаем тапку в пол. Вот так нажимаем, поднажимаем. Крутим обязательно до отсечки. Давай до отсечки, давай. Теперь кидаем в D. В N, потом в M и кидаем опять на седьмую скорость. Давай. Ага. Теперь мы кидаем, по-моему, в D, если я не ошибаюсь. И... и вот, 19 км в час. Короче, у меня плохая новость. Тот баг со скоростью исправили. Но не унываем. Сейчас я вам покажу, как сделать автопилот, чтобы, как бы, машина сама управлялась и сама нажимала на газ. Что мы делаем? Включаем круиз-контроль, то есть автопилот. Нажимаем тапку в пол, открываем карту. И теперь вот мои руки, а машина, как бы, сама разгоняется, гляньте. То есть автопилот плюс авторазгон. Просто вот так вот мы ставим, отдыхаем, как бы пьем сок. Чисто послечилим. Стой. Ну, короче, мы сейчас, пацаны, не разбились, но ничего страшного. Полетели дальше. А теперь я вам покажу, как сделать, как поставить надпись на стекло. Вот сюда вот, но не на этой машине. Мы, короче говоря, берем старый Mercedes. Давайте я вам покажу, какой именно. Вот он, пацаны, тот самый старый Mercedes. И, как бы, сейчас мы сделаем вот тут, как бы, надпись. Что мы делаем? Заходим, внешний вид, делаем максимальную тонировку. Прям вот так вот. Дальше берем вот этот, пацаны, кубик. Нажимаем вот сюда вот. Дальше делаем его черным. Тоже, конечно же. Вот так вот мы делаем. Уменьшаем его вот так вот. Нет, слишком. Вот так. Нет, слишком. Вот так. Ну, нормально. Все. Теперь увеличиваем его в ширину. Вот так увеличиваем. Давайте посередине его поставим вот так вот. Теперь мы можем написать, пацаны, сюда любую просто надпись. Как вам такая, такой прикол, да? Например, Лестер, пацаны, пишем, вот сюда ставим
И во, вуаля. Теперь, пацаны, у нас, так сказать, на стекле надпись. Во, все. Шикарно, идеально. Так что, друзья, ну что ж, на этом у меня все. Любите лайк, оформите подписку. Всем удачи, всем пока-пока. И спасибо всем за просмотр. Пока-пока.